Кажется, там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частичны. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Так что смотри в оба. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. Vous l'avez trouvé ? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler ! Allons-y ! Benjamin Franklin. Вот в чем дело. Франклин ездил по Англии и Франции. Тот тип назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. Помогите! Кто-нибудь! Il ne nous échappera pas cette fois! Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом, поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучно опять. Шей Кормак Ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шеи может предложить кое-что и вам. Мы получили доступ к фрагменту памяти.
памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу. Я устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты идешь. Я отметила размещение сервера на карте. Черт, забыла! Нет. Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично! Заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Кто вы? Не трогайте ее! О, боже, угомоните его! Тише. Отдай ребенка. Ну, тише. Все хорошо. Алина! Успокойтесь, мистер Берг. С вашей дочкой все будет хорошо, обещаю. Кто вы? Меня зовут Уоррен Видик. Я представляю Абстерг Индустрис. Я знаю, что вы бросили егерский полк уйти и подались в наемники, чтобы иметь возможность лечить муковисцидоз Элины. Но это не сработало, да? Черт! Я хочу предложить вам сделку. Я не работаю с незнакомцами. Нет, нет, не такую сделку. Сейчас я достану из кармана некий предмет. Что это? Это таблеточка для вашей дочки. Давай, зайка, съешь таблеточку. Нет! Ну вот. Так-то лучше. Это ее вылечит. В продаже их нет. Но вы получите лекарство, если поможете мне с моей маленькой тренировочной программкой. Зачем я понадобился Абстерга? Вы не будете работать на Абстерга. Однако, Абстерга может поработать на вас. Я согласен, но при одном условии. Слушай. Тот парень... обидел мою дочь. Понимаю. Господа, отпустите мистера Берга. Дженкинс, дай ему пушку. Что? Живо. Да, сэр. Довольны? Пойдет. Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда.
Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в анимусе. Если скажу, что большего ужаса в жизни не видела, получу приз за банальность? Да, у Шея был трагический опыт. А, нет. Вот кому ушел мой приз. Продолжайте исследование. Лучшее впереди. Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминаешь, Эй, я Кэссиди, а это... Барри! Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры. Как для матроса, может. Небось, напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Что вам надо? В чем дело? Как ты смеешь? Заткнись! Ой! Не троньте ее! Что это вы задумали? Давай проваливай, дуры! Я так и хотел. Но ты меня обидел. The hour rings for your death! И не возвращайтесь! Спасибо, Шей. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Не стоит тебе разгуливать тут голышом. Вот примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю.
Ну, прямо настоящий джентльмен. Кэти. А при мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Я пойду. Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Говорите, что вам надо от Финниганов? Я ни при чем. Мне приказали. Да? И где же твой босс? Его легко найти. Там во дворе всегда черный дым поднимается. Воу! Слушайте, не усложняйте себе. Есть наши дела. Ready to take him down? Stop! Run! Thank you.
Слушайте, не усложняйте себе жизнь. Чего ждете? Убейте его! Живым тебе не уйти! Чего ждете? Убейте его! Спасет от дыма. Спокойно, мастер Корман. Мы друзья. Финниганы знали, что вы решите действовать в одиночку. Я полковник Джордж Монро. Полковник? Я решил помочь, но, как видно, опоздал. Спасибо, что разобрались с этим отребьем. Они бич Нью-Йорка. А вам-то что? Вы же просто арендодатели. А люди в городе изо всех сил пытаются выжить. Неудивительно, что вы так считаете. Некоторые из моих товарищей не слишком благородны. Но я не такой, как они. Неужели? Поверьте. Я хочу, чтобы колонии жили в покое и достатке. Громкие слова. Быть может, вас лучше убедят мои действия, мастер Кормак. Вот, заберите украденное. А теперь давайте пустим деньги на благо города. Я понимаю, у вас нет причин доверять. Вы сказали, что знаете Финниганов? Да.
Их покойный сын работал на меня. Вы на него похожи. И чем же? Он не был равнодушным к людям. Мы мечтали, чтобы жизнь в этом мире стала лучше. Не просто выживать, поесть, тепло одеться. Свобода от нищеты – лучшая свобода. Даже кажется, что вам не безразличны те, кем вы управляете. Я не управляю, мастер Кормак. Я лишь помогаю. Видите развалины, мастер Кормак? Мы можем все исправить. Постройка городов – новая наука, но она неплохо работает на континенте. Я распределяю ресурсы и пускаю их на стройку. Нью-Йорк будет процветать под вашим присмотром. Вы можете много сделать для города и горожан. Человеку нужна цель. Пока что прощаюсь.